сегодняшняя встреча проходила с представителями местного самоуправления Латвийской Республики. Цель встречи – ознакомиться с городом Витебском, с культурой, с историей, с какими-то культурными программами, фестивальными программами. Основная все равно наша задача – это развитие экономики нашего города. Конечно, мы рассчитываем получить, что представители самоуправлений привезут с собой в следующий свой визит и представители бизнеса. Что такое бизнес? Бизнес – это инвестиции. Мы предлагаем сегодня широкий формат для развития бизнеса в городе Витебске. Это и в свободной экономической зоне, это и упрощенная схема налогообложения, где-то и уменьшение налоговой базы и так далее. Мы рассчитываем на привлечение иностранных инвесторов. Меня зовут Нелла Клейнберга, я депутат Латвийского парламента. Мы сегодня представляем Совет развития Курземского региона, который находится в запад Латвии. Это очень интересно нам, обмен культуры, обмен бизнеса. И это основа, на чем мы можем построить дальнейший наши работы, наши встречи. Вчера мы в Орше познакомились поближе с очень впечатляющим заводом льняных изделий, самоуправление, муниципалитет. Сегодня к вам, к гости, в городском совете, и узнаваем поближе город. Сегодня мы еще побываем в экономической зоне, да, это у нас новый опыт тоже. Что в Латвии уже есть договора у Витебского съезда с Даугавпилским съездом, Латгальским съездом, и уже начинает Витебский съезд посматривать на ту сторону, на портовые города, это Лиепая, Вентспилс. Знамя индустриализации уже счет по заказу Латвии какую-то продукцию. Хотелось посмотреть, как это работает. Может, тоже будут какие-то варианты. В втором полугодии текущего года состоится очередной визит, где мы будем более детально рассматривать, оговаривать те процессы, о которых, полагаем, в следующем сотрудничать. Я благодарна всем, которые в эти дни в Республике Беларусь нам помогают узнавать поближе, познакомить, и это как бы делать новый опыт для нас. Следите за новостями на портале городвитебск.бай.